Ловкость рук, камера и никакого мошенничества. Клянутся создатели шокирующих видео на YouTube, в свое время попавших даже в выпуски новостей. Помните мужчину, который отбивался от акулы, или сноубордистку, за которой гнался медведь? Все это фейк. А на нас с вами всего лишь ставили эксперимент. Опубликованные за 2 года 8 вирусных роликов буквально взорвали интернет. В общей сложности они набрали более 200 миллионов просмотров и 500 000 комментариев. В захватывающие дух истории обычных людей поверили даже акулы-пера, которые еще больше подогрели интерес в прессе. И вот только сейчас создатели честно признались, это не более чем фейк. Цель подобного креатива – изучение реакции СМИ и рядовых пользователей интернета. Идея пришла в 2014 году, когда пользователь YouTube под ником Терри Таферсон выложил ролик о нападении акулы в Сиднее. После того, как он набрал 34 миллиона просмотров, снявшая это видео команда креативщиков поставила все на поток. Их новое видео, в котором мужчина делает селфи на фоне торнадо и чудом спасается, часть рекламной кампании фильма, а остальные ролики – эксперимент по управлению массами.